Сегодня 26 декабря 2014 года. Выехали на лиман Хаджибей. Время 8:30 утра. Чистая водичка. Полный штиль. Окунька покажете нам? Какого вы ловили? Хочу показать. На кино. Кино снимаю. Вот такой красавец. Прошу разрешения. Вот такой красавец. Ну вот, друзья, я поймал окуня. Видите? Поймал на мотыля с йодом. Вот так. На простого не хотел, а с йодом взял. Эксперимент, как ты говорил, мой удачный. Вот так. Вот Эдуард сидит, тоже ловит. На поплавочную, на такую. Эдуард, улыбнись. Для истории. Ну вот, такая красавица, такая рыбка. Рыбалка продолжается. Ну вот, друзья, второй окунь. Второго окуня поймал. Ну вот такой вот он. Опять на червя, на мотыля с йодом. На простого не хочет, она с йодом берет, видите? Лишний раз доказывает, что я прав. Моя приманка работает. Пройдем дальше. Ну вот, друзья, еще одного взял. Вот такого красавчика. Потихонечку опять-таки взял на мотыля с йодом. Вот, на такой мотыль не хочет брать, а на с йодом мотыля берет потихоньку. Ну что, сегодня получилась у нас такая рыбалка. Не очень ахти, штук 6 окуньков. Одного маленького судачка вытащил. Вот наш лиманчик хаджибейский. Красота такая. Пошло течение. Пойдем спросим у Леонида, сколько он взял. Леонид, ну как ты сегодня оцениваешь рыбалку? Гранд надзёбал. Надзёбал? Да. Есть крупненький? Нет, больше нет. Я одного поймал. Мелочь, да? Мелочь. Ну а килограммчик, сколько это будет штук приблизительно? С десяток? Больше? А? 15 штук. Ну вот Леонид сегодня поймал 15 штук на килограммчик окуня. Самый удачный рыбак сегодня. Место надыбал, прикормил с вечером. Пол буренки заложил в воду, наверное. Макухи. Макухи? Окуня ловит, а макухой прикармливает. Ну хорошо. Удачи тебе, Леонид. Поехали мы домой. Ну вот, друзья, мой улов. 9 штук. Окуньков. На ужин. Взвешивать не взвешивал. Ну, такая рыбалочка у меня вышла за 4 часа с моста. Я считаю, это неплохо. Учитывая, что у нас там водоем так уже процедили сетями. И поймать с десяток окуней. У нас тепло, поэтому эта зимняя рыбалка получилась такая с моста. Поймана на мотыля. Как ни странно, но больше всего мотыль с йодом.